Итак, всем привет, это Gadget X, Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8 Plus образца 2018 года еще официально не представлены, но инсайдеры уже опубликовали видео с демонстрацией плюс-версии и ряда ее функций. Кроме того, в сеть попало руководство пользователя Galaxy A8 2018, которое раскрыло дизайн и основные возможности смартфона. Как и ожидалось, Galaxy A8 Plus 2018 будет выполнен в схожем с флагманским Galaxy S8 дизайне. Он получит такой же дисплей с соотношением сторон 18 к 9, с закругленными краями и тонкими рамками. Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели под камерой. Фронтальная камера будет двойной. Согласно имеющимся данным, Samsung Galaxy A8 Plus 2018 получит 6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2220 на 1080 пикселей, 8-ядерный процессор Exynos 7885, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 гигабайта с возможностью расширения и 16-мегапиксельную основную камеру со светосилой f1.7 и оптической стабилизацией. Ничего себе, такой, значит, неплохой телефончик получается. А также двойную фронтальную камеру с сенсорами на 16,8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3500 мАч и защиту от воды по стандарту IP68. Что касается Galaxy A8 2018, то внешне он будет идентичен плюс версии, но с меньшей диагональю дисплея. Гаджет также оснастят двойной фронтальной камерой и сканерами отпечатка пальцев сзади. Технические характеристики двух моделей могут отличаться. Ожидается, что Galaxy A8 Plus 2018 поступит в продажу до конца этого месяца, и стоить он будет примерно $600.